Самая умная женщина в мире. Не было никогда женщины, более знающей религию, чем Аиша. Она самый любимый из всех людей человек для пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда Амр ибн Аль-Ас спросил его: «О посланник Аллаха, кого из людей ты любишь больше всех?» Он сказал Аишу. Тот спросил: «А из мужчин?» Он ответил: «Ее отца». Аиша передала от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, очень много хадисов, а точнее 2210 хадисов. Все остальные женщины не передавали даже и 1/4 из того, что она передала. На втором месте по количеству передачи хадисов стоит Салема, которая передала 300 хадисов. Все остальные передали кто 15, кто 10, 7, 3 и так далее. А Аиша передала 2210 хадисов. Да будет доволен ею Аллах. Передала нам от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, огромное благо. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.